Привет! Сегодня ФВ-304 будет биться в неравном бою с Мисс Челябинск. Наверное, это мой первый бой на арте на канале, который я решил выложить. И он очень забавный. В начале боя решаю поехать налево, чтобы простреливать. Кстати, карта одна из самых лучших для ФВ-304. Она маленькая. ФВ-304 радиус прострела небольшой, зато она отлично закидывает за дома, за железную дорогу. В общем, закидывает она куда угодно и, возможно, даже в конце боя сможет она закинуть японцу, а точнее японки, а еще точнее мисс Челябинск. Ну а для начала давайте попробуем закинуть Черчиллю на полном ходу с пробитием. Шикарный выстрел. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну и сейчас можно даже немножко ускорить, потому что сейчас будет обычная пострелюшка на арте ФВ-304. Здесь ребята за вагонами, все-таки они не в простреле. Вагон я так и не решился сломать. Побоялся штрафа за сломанный вагон. Ну тут благо засветились другие танчики, по которым можно пострелять. Это хэви, второй выстрел прошел мимо мотора. Большому огромному сожалению, зато здесь второй Черчилль есть, хотя нет, хэви напоследок еще надо дать, пока он не убежал. А вот и Черчилль. Здесь надо сказать, что я пытался снять гуслю кому-нибудь из них, никак это у меня не получалось. Вот опять я стрельнул по Черчиллю, опять гусля не слетела, опять он начал ерзать. Что ты будешь делать? Надо все-таки ему сбить гуслю. ФВ-304, ведь это снайперская арта, на ней можно выцеливать уязвимые места на танках, в том числе и гусеницы, сбивать, держать на них. Здесь я, конечно, сейчас уже чуть выше взял прицел и вторым выстрелом гусеницу не сбил. Черчилль с нее съезжает, едет давить. Пока он едет, я, кстати говоря, хочу вам сказать, ребята, что очень близко уже конец этого видео, она довольно-таки короткая. Именно в конце этого видео будет неравный бой с мисс Челябинск. В этот момент я, кстати говоря, замечаю, что становится горячо. Пора делать отсюда ноги. По крайней мере, попытаться сделать ноги. И у меня удается это сделать. Так вот, еще я хотел сказать, что, возможно, мне так сейчас не получится прокомментировать. Интересно, как я прокомментировал этот бой на стриме. А этот бой был сыгран как раз-таки на стриме. Так вот, ссылку на этот момент на стриме я выложу в описании к этому видео. Рекомендую вам, если вам понравится этот бой, понравится мисс Челябинск, зайти потом и посмотреть его на стриме еще. А тут КВ-85 убегает. Ну, далеко убежать он, конечно, не сможет. Итак, все умирают. Все умирают. Кроме Эксельсиора, как он правильно называется, и мисс Челябинск на японском танке. Я не знаю, как он правильно называется. ОИ, ОАЙ. Мне он нравится назвать его ОЙ. Забавно звучит, а вот и ОЙ. Мисс Челябинск смотрит направо, стреляет, а значит, можно теперь выехать и стрельнуть мне. Кстати говоря, не уверен я, что это именно мисс Челябинск был, у меня уже опыт общения в танках с игроком с ником Сонная, которого я пригласил во взвод, а оказалось, он совсем не сонный, а сонным. Так что, может быть, это и не мисс Челябинск у нас играет, а мистер Челябинск. Но так или иначе, мисс это или мистер, он успевает получить раз, и пока он заряжается 20 с лишним секунд, успевает получить 2. Теперь ждем союзников, которые разрядят. Ой. Не хотят они ее разряжать. Хотят они стрелять ей по гусенице. Или по башенкам. Кстати, смотрите, какие у нее симпатичные башенки. Наверное, все-таки это мисс. Т-150 тоже хочет пострелять по башенкам. КВ-1 стреляет по гусенице. 150 стреляет по башенке, но не пробивает. А! Я тоже не пробиваю. Даже не поцарапал. У меня есть вторая попытка, пока она заряжается 20 секунд.
Попытка номер два. Ну, Т-150, ну ты красавчик. Т-150, ты красавчик. Да ладно. 11 хп. 11 хп, 11 хп осталось. Все-таки это мои 11 хп. Permission to engage. Класс. Такой бой. На всякий случай давайте посмотрим еще результаты боя. Ой, тут новой программой записываю видео. Забыл ее свернуть. Мисс Челябинску нанесли 594 урона за 7 выстрелов и контузили. Приборы наблюдения как раз таки, видимо, по башенкам несколько раз я ей попал. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Смотрите этот бой на стриме, ссылка в описании. И всем пока.